Итак, привет-привет, это часть вторая пляжа Ларнаки. Записала я это видео в помощь вам, чтобы вы видели сами своими глазами, какие пляжи в Ларнаке, и приняли решение, что вам нужно и куда вам лучше поехать. Также оставлю ссылки для навигатора и гостиниц, ресторанов, чтобы вам легче было ориентироваться. А пока что мы начнем с гостиницы Лениус. Как вы видите, она реставрируется, ее кто-то выкупил, она долго была закрыта. И вот, чтобы в следующем сезоне видно будет что-то новое. И вот такой здесь пляж. Видите, песок вместе с галькой. Здесь хорошо для детей, как вы видите, киприот с детьми, там где-то мама. Вот. Ну, вход в море очень удобный, он спокойный, без всяких сюрпризов. Вот. Ну, то, что удобно для детей. Здесь галька есть, немножечко гальки, но в основном песок. Цвет у него такой не очень-то приятный, желтоватый, сероватый такой вот. Вот. Но то, что есть, то есть тоже неплохо. Ну вот, самолет летит с новыми туристами, а мы направляемся к пляжу Янатис. Почему именно пляж Янатис? Потому что он удостоен голубого флага. Это значит, он выше уровня других пляжей. Там и получше песок, и всякие развлекалочки больше. Хотя здесь, вот видите, тоже есть и гард, который смотрит, чтобы никто не утонул. Вот кафе. Здесь пляж галечный. Вот парковку вы видите. И там вдалеке мы будем проходить пару домов. Вот они. Прямо на берегу. Вот стоянка, и подъехала машина с мороженым. Видите, музыка включена, чтобы привлечь внимание отдыхающих. А вот дорожка, по которой утром люди бегают, и в принципе очень удобная для ходьбы. Дома на берегу, и пляж здесь, как видите, совсем узкий, совершенно нет, можно сказать, места. Вот, ну, мужик вот умудрился ловить рыбу, рыбак настоящий. Вот видите, вот такой вот пляж, здесь вот совсем вот там где-то узкий, где мы прошли, и здесь немножко расширяется. Здесь мы проходим гостиницу «Принцесса». Внизу я вам все ссылочки оставлю, какие рядом гостиницы и апартменты, где возможно остановиться. Вот такой пляж при «Принцессе». Здесь можно прийти и арендовать лежак, или вот для водных процедур, игр, всякие условия здесь созданы. И рядом вот дома совсем новые построены, 4 или 5, комплекс небольшой. Вот, далее мы идем, и пляж вот здесь чуть-чуть расширяется. С левой стороны, видите, забор, там тоже идет ремонт гостиницы «Карпасиана». Будут изменения, видно, в новом сезоне что-то новое. Ну, тут вот описание, где именно мы находимся. Как я вам сказала, все ссылки внизу, чтобы вы ориентировались, где вы находитесь. А вот киприоты устроились и делают свое парти. Их не смущает то, что это совершенно вот в двух шагах от четырехзвездочной гостиницы. Ну, киприоты вообще без комплексов. А мы вот уже на территории Палм-Бича. Палм-Бич — это 4-звездочная гостиница. Это уже открылось после ремонта. Ой, смотрите, нам повезло, мы увидим сейчас свадьбу. Но пока что пошлите к пляжу, а потом вернемся и посмотрим, как делать свадьбу на Кипре. Вот мы вышли из территории Палм-Бича. Совсем не чувствуется, что мы на совсем другой территории. Это уже муниципальный пляж рядом с гостиницей. Видите, дорожка продолжается. Вот здесь такой пляж узкий, идет более шире и более организованный. Видите, топчанчики. А с левой стороны мы сейчас увидим кафе, где можно перекусить, как всегда, или поесть. Вот, мы совсем уже рядышком к нашей цели подходим. Это принадлежит муниципалитету Вороклини. Вот, видите, здесь все организовано, топчаны, дорожка, туалеты, сейфгард, видите, вот там люди, вот указатели куда,
и что. Киприоты очень любят это место, а вот и ресторан здесь, где можно поесть рыбу. Вот. И пляж здесь, видите, песок, он более такой желтый, более приятного такого цвета. Конечно, здесь все это платное. Вон кто-то на каноэ тренируется, молодец какой. Ну вот, в принципе, мы уже и совсем рядом, и я вам расскажу про перископ. Многие меня спрашивают, почему я уже не делаю бродкаст на перископе, потому что это очень отнимает много времени, и у меня как-то не получается, мне больше нравится YouTube. Я, наверное, вернусь все-таки чуть-чуть попозже, но сейчас я очень загружена и перископ временно оставила. Ну вот видите, вы наблюдаете пляжи, они песочные, очень приятные, как бы для ходьбы, да, можно без тапочек, и гальки практически нет. Вот здесь дома, здесь я жила когда-то, поэтому я этот пляж очень хорошо знаю. Он очень... Вот эта дорога ведет прямо к гостиницам. Ссылки внизу, как всегда. Здесь в августе вот он, пляж Янатис. Он более спокойный, более, мне кажется, красивый, comfortable, как сказать, удобный. Вот. Люди бегают здесь, и я тут по утрам. Ну вот дерево эквалиптом. Вы, наверное, знаете, чем полезен эквалипт. Если не знаете, зайдите, почитайте. Я поделилась статьей с вами, потому что, ну, очень полезная вещь. Ну, здесь немножечко галька. В принципе, полезная для массажа стоп. А мы пойдем смотреть свадьбу. Блин, кошек везде полно. Я хоть и люблю животных, но какая-то несправедливость. Значит, собакам нельзя, а кошки везде лазят. Ну вот, люди ловят последние лучи солнца, а мы пошлите глазеть свадьбу. Да, на Кипре очень много проводят свадеб, и наши россияне, и ближайшие соседи из Израиля приезжают, с Ливана. Так что, если вы хотите сделать классную свадьбу, приезжайте на Кипр. Я могу вам посоветовать людей, кто занимается этим. Потому что, в принципе, организация, она важна. Вы же понимаете, свадьба – это один раз в жизни, может, два. Но главное, чтобы было все организовано. Ну, это небольшая свадьба, я вижу. Ну да, для кипрских, по кипрским, там небольшая свадьба. Вот фотографируется семья, потому что сейчас очень хорошее время для фотосессии. Солнце заходит, и люди ловят момент. Ну, какая лежанка классная, кроватка. Прямо у моря. Надо идти, а я прилипла к ней. Классно так, возле моря, на балконе где-то такое установить, да? Супер. Ну так, спасибо Palm Beach, а мы идем дальше. Я вот недавно нашла статью, что Кипр занимает третье место в 2016 году по дешевизне курортов. Это английский источник, я вам оставлю ссылочки внизу. А мы идем дальше. И пешочком опять идем, я вам показываю пляжи Декели, Ларнаки. Это все Ларнаки. И начинаем мы уже, идем мы в сторону Ларнаки. До этого мы шли в противоположную сторону. И опять начинаем вот с гостиницы Лениос, как видео это и начиналось. Итак, здесь небольшая стоянка есть, значит, можно вот остановиться. И пройдемся по пляжу. Пляж здесь вот такой песчаный, с галечной, ближе к морю одна галька. Вход в море тоже галька. Вот, но полезно для массаж стоп. Вот здесь, видите, дома, пару домов, и далее мы идем. Вот то, что нельзя делать здесь. И мы проходим вот такой ресторан Галаза Кума.
Тут вот есть, как всегда, топчанчики, которые стоят, можно арендовать за небольшую сумму. Стоит, я не знаю, по-моему, 2 евро, точно не знаю. И далее мы идем, проходим ресторан, это уже как бы Галу называется, Галу ресторан. Здесь как раз сейчас тоже свадьба, ну сегодня пятница, свадьба, как бы время свадеб. Вот видите, тоже как бы готовится, потому что вот пора свадеб сейчас на Кипре. Ну а мы идем дальше, вот по берегу, да, идем, вот тут своя свадьба у людей. Как всегда, видите, шашлыки, киприоты, вообще мясоеды очень много делают, едят мясного. Вот. Следующее здесь у нас ресторан. Ресторан называется Пелагос, по-моему. Да, Пелагос. Вот, прямо у моря, видите? Это рыбный ресторан. Вот. Так что, если вы хотите рыбу поесть, можно сюда зайти. И далее вот здесь последние как бы здания на берегу моря, потому что дальше уже будут нефтяные базы и заправки, прямо несколько километров вдоль берега. Немножко нехорошо сделали, ну вот так вот. Ну вот первый этаж, а мы идем дальше, прямо у моря. Везет же людям, да? Вот это здание вообще старое. Там продаются квартиры, если кого интересует, обращайтесь. Итак, последний островок, вернее, предпоследний островок, если можно назвать пляжем этим. Здесь в основном делают барбекю, сувлаки, шашлыки по-русски. И вот любимица Кипра, опять кошка. Повезло ей. Ну вот, стоянка здесь. И вот, как видите, вот эта одна, первая, вернее, последняя со стороны города база нефтяная. Вот. Здесь продают овощи, видите, дыни, арбузы. Вот эта компания Петролина, она, в принципе, должна, как и все остальные, отсюда уйти, должны это все убрать. В течение 2 лет обязал Европейский Союз Кипр это все сделать. И здесь будут строиться гостиницы, казино и всякие интересные развлекалки. Итак, это последний островок. Это эквалип дерева, про который я вам рассказывала уже. Если не рассказывала, читайте статью, ссылочка внизу. Вот тут вот. Закусочные, типа бутерброды, можно перекусить. И вот видите, островок, где люди приезжают с деревень, делают шашлыки, останавливаются прямо у моря, купаются. Вот. Я туристам не советую сюда приходить, потому что, в принципе, рядом с нефтяными базами, ну, не очень-то, да, приятно. Вот заправка последняя, и меня сопровождает собачница с 2 собачками. А здесь, с левой стороны, Wingsurfing. Днем здесь можно в рент брать оборудование, или учиться, или кататься, кто уже умеет. Вот. Так что приезжайте сюда и попробуйте, если вы хотите научиться, если вы любите активный вид спорта. А здесь я слышу музыку, и здесь, по-моему, дискотека. Давайте посмотрим. Да, молодежь там отдыхала, а я иду дальше. Последнее то, что видно еще более-менее, это вот бассейн, если вы видите. Но уже практически ничего не видно, поэтому я буду возвращаться назад и в следующем видео вам дальше покажу. Вот последнее, надеюсь, что вам видно кукуруза. Ее вот жарят прямо на углях, не варят, а жарят.
Довольно-таки вкусное, советую вам попробовать. Стоит где-то 2 евро, по-моему. Вот. И автобус. Вот видите, нам повезло. Автобус 425. Так что, если вы хотите на автобусе, вы с центра можете сесть и доехать до Келию. Декелия. Любого спросите, и вам подскажут, как доехать. В принципе, вы уже знаете, что автобус 425. Или еще по-другому этот район называется туристический. Вот. А здесь вы видите на указателях, что до аэропорта 20 километров отсюда именно, до Айанапы 38, до Паралимни 39 километров, до Никосии столицы 46. И тут небольшая деревня Роклини, о котором я сниму следующее видео и расскажу вам о этой деревушке. Там очень много англичан и излюбленное место, в принципе, пенсионеров англичан. Ну, вам, наверное, будет интересно. В принципе, большое спасибо вам за ваше время. Ставьте лайки, буду вам благодарна. Делитесь этим видео. Обязательно задавайте мне вопросы, чтобы я знала, о чем снимать и что вам показать еще. Вот. Ну, а на этом я прощаюсь. С любовью, с Кипра, Таня. Пока-пока! Thank you.